Привет, народ, как дела? Это Джей, я Джей. И сегодня какие книги по кинопроизводству вы должны прочесть? Самый умный способ учиться, на мой взгляд, это читать книги, работать на площадках и делать свои фильмы. Я многому научился, читая. Поэтому предлагаю вам 5 книг для режиссеров, которые вам стоит изучить. Первая. Кинематография. Теория и практика. Создание картинки для кинематографистов и режиссеров Блейна Брауна. Быть оператором – это нечто большее, чем просто держать экспонометр. Руководствуясь этой книгой, вы изучите не только оборудование и технологии, но и теорию с процессами, которые позволят вам снимать профессионально и эффективно, с мастерством художника. Эта книга не просто подробное руководство по современным профессиональным практикам. Она идет дальше и объясняет теорию за практикой. Поэтому вы поймете, откуда взялись правила и когда их можно нарушить. Второе. Общие планы. Она дает режиссерам техники, необходимые для съемки сложных кадров. Используя сильные общие планы и правильно поставленные движения, вы сможете выработать узнаваемый стиль и выделиться из толпы. Большинство низкобюджетных фильмов выглядят дешево, потому что в последний момент режиссер вынужден искать компромисс. Общие планы даст вам так много мощных техник, что вы сможете находить решения даже под психологическим прессингом и создавать удивительные кадры. Техники в этой книге помогут вам снимать и делать каждый кадр так, будто на него потрачено состояние. Всем техникам даны примеры из известных художественных фильмов. Третье. Киносценарий основы сценарного мастерства Сида Филда. Целое поколение сценаристов пользовалось книгами Сида Филда, чтобы начать успешную карьеру. Это классическое руководство для нового поколения режиссеров, дающее свежий взгляд на современную киноиндустрию изнутри. От идеи до персонажа, от начальной сцены до заключительного текста, все легко и понятно даже для начинающих сценаристов. От новичков до опытных писателей, киносценарий пошагово объясняет техники написания сценария, которые будут иметь успех в Голливуде. Четвертое. Голос режиссера. Язык объективов, роль объективов и выразительная кинематографичная картинка. Эта книга раскрывает кухню базовых кадров, которые создают кинематографичность, и как образы воздействуют на зрителя. Отличное чтиво для режиссеров всех уровней. Эта книга – отличный помощник для понимания типов кадров. Почему они работают, а также визуальных правил кинопроизводства. Пятое. Режиссура фильма кадр за кадром. Визуализация от концепта до экрана. Обязательно для всех режиссеров. Это учебник о том, чего ждут от кинематографиста. И показывает, понимает ли ваш режиссер замысел сценариста. Все акценты объясняются при помощи операторской работы. Режиссер, если это не вы сами, должен знать, где и как расставить акценты. Но вы тоже должны это знать. Иначе как вы сможете критически оценить кадр или серию кадров? Эта книга одна из тех, которые я считаю основами. Я буду удивлен, если вы не почерпнете хотя бы несколько идей из этой книги. Теперь у вас есть 5 книг, которые вы должны почитать перед тем, как снять свой фильм. Я люблю книги. Если вам понравилось, можете смело поделиться. Не забудьте подписаться и проверьте ссылки в описании. И как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока.